Вернулись усталые, но довольные и полные впечатлений. Муромские студенты, участники агитпохода «Звездные», могут по праву гордиться своей благородной миссией. Их экспедиция прошла по населенным пунктам Суздальского района. Ребята встречались с ветеранами войны, оказывали им необходимую помощь по хозяйству. Помощь была оказана 25 ветеранам войны и труда, участникам блокады Ленинграда. Помощь была оказана по уборке приусадебных территорий от снега. Также ребята могли принести воды, наколоть дров и помочь бабушкам и ветеранам убраться по дому. Зима для пожилых людей – непростое время, мало и солнца, и тепла, поэтому так важно помочь тем, кто свою молодость и силы отдали за благо и будущее родной страны. Дать им знать, что они не одиноки, и рядом всегда есть те, кто готов протянуть руку помощи, помочь и делом, и добрым словом. На Суздальской земле было дано 2 концерта в 2 деревнях силами самих звездников, волонтеров. Для жителей этих деревень, детей, также ветеранов и остальных жителей села. Ряды звездников пополняются с каждым годом. Александр впервые оказался в дружных рядах муромских энтузиастов. Первый раз поехал в Звездный. Впечатления просто прекрасные, эмоций куча. Понравилось проводить концерт, готовить этот самый концерт. Ездили по деревням и помогали бабушкам и дедушкам. Просьбы были разные, но в основном это было почистить снег. Помогали ветеранам, расчищали снег, помогали по уборке, кололи дров, переносили какие-то ненужные вещи. Проходили на лыжах достаточно большое расстояние. Много памятников расчистили. Самое, что запомнилось, то, что большое количество накатали километров на лыжах. И очень порадовало то, что показали концерт не в пустоту. Зритель был живой. Этих ребят не пугают ни спартанские условия, ни мороз. Ведь самое главное, что греет душу, это осознание причастности к общему благородному делу, помощи тем, кто больше всех нуждается в заботе и внимании. Екатерина Игонина, Николай Молоденов, Александр Барсуков. Новости 24 Муром.